Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают грешников. Прости, вспомнил про твою харю, терпение кончилось. Что, гранату кинул? Вау! Эй, что это было? Кто ему настоящую гранату выдал вообще? Нельзя придуркам такое давать. Это не игрушка. Сегодня вы ему гранату даете, завтра РПГ дадите, а послезавтра что? Бля, послезавтра понедельник, сука. Итак, на счет три. Раз, два, три. Ты ж, чё? Попели говна? Не, давай ты. Нет, ты попели, настаиваю. Я уже пил. Ладно, сам попью. Наблюдается редкое явление, чернобыльский гриб. Это вроде под березовик или под осиновик. Не знаю, он радиоактивный, как говно. Я всегда руководствуюсь здравым смыслом. И мой здравый смысл мне подсказывает, что, блядь, если пилить на полностью закрученный баллон с кислородом или углекислотой, ни хера не случится. Можно по нему даже, блядь, ну я не знаю, там, взять, короче, и... Небо в конвульсиях, сквозь ливень в усь. Я чувствую металла, вкус не чувствую пульса. Вылазка за артефактом, самое время для фарта. Дойти бы живым мне с этого старта. Торгаш не явился, гад, оставил только карту. Я снова лезу в пасть к электромагнитным квантам. Снова к этим тварям, им только волю дай. И так превратили...